И системный кризис, в том его и особенность, что это кризис всей системы в целом. У нас очень слабая национальная политика. Поэтому, в сущности, банальная уголовная ситуация, банальный конфликт привел к очень серьезным последствиям. Мне кажется, что надо прежде всего заниматься развитием государственной власти, возвращением к тому опыту, который мы имели, в том числе и в части управления Кавказом. Мы, русские, и Центральная Россия в целом, как территория, она потеряла очень много за последние 20 лет. Мы перестали себя уважать. Мы допустили вещи, которые в цивилизованном обществе недопустимы. Я имею в виду разгул проституции, пороков всевозможных. Мы как бы пали в глазах той национальной окраины, которая фактически пришла к России, как в свое время, при царях. Причем они просились под нашу защиту. Пришли за прогрессом, пришли за цивилизацией, пришли за защитой. Вот сейчас они, и я это знаю совершенно точно, у них господствует убеждение в том, что мы им проигрываем, мы им уступаем, мы убываем, они прирастают. Мы деградируем, они развиваются. Возьмите ту же Чечню. Строятся стадионы, вы не встретите там гулящих женщин, вы не увидите там пьяных людей на улицах и так далее. Вот нам надо заняться этим. А требовать, например, отделения Кавказа – это безумие, потому что это дальнейший раскол страны, это цепная реакция, и это нарушение тех устоев, на которых Россия всегда держалась. Не мы Кавказ воевали, не нам его отделять, а вот научиться правильно строить политику в отношении Кавказа, привести все это опять-таки к какому-то порядку, заставить людей, которые ответственны за соблюдение порядка и так далее, выполнять свои прямые обязанности, это да. Но в Пугачеве произошел просто взрыв, который давным-давно накапливался. Вот в обществе накопилось какое-то количество возмущения. Мы помним все эти страшные истории в Москве, всю эту поножовщину на улицах, в которой то байкеры участвуют, то какие-то девушки невинные становятся жертвами разгулявшихся кавказцев и так далее. И мы понимаем, что вот это огромное количество случаев, оно в какой-то момент собирается, подносится спичка, и происходит Пугачев. Но мы же должны смотреть на всю ситуацию в целом, а не только на один Пугачев. И мы должны понимать, что это тоже системный кризис, это системная ошибка, это системное упущение. Если мы этого не сделаем, то это пойдет дальше по цепочке.